Это коридор. Это вот разносит завтраки всем. Комната 539. Ну все, принесли мне завтрак. Можно снять обзор на мою квартиру. Новую. Есть большой шкаф купе у меня в коридоре. Куртки стоят, рубашки. Остались от прошлых хозяев, померил, вроде нормальный. Здесь джинсы. Так, возможно, камера будет трястись. Мы сегодня утром сдавали анализы. Ну и для храбрости хлопнул грамм 300-400. Зал, два кресла, письменный стол. Картина, прям как я просил, лошадь. Козел и лысый какой-то инопланетянин. Угу. Отличное зеркало. Наверняка, чтобы брить ноги. Высота подходящая. Это мне только что завтрак принесли. Рабочий столчик. Телевизор. Чайник. А здесь у меня... холодильник есть даже, представляете? Не самый большой, конечно, но есть. А здесь открываются чудесные виды с балкона. Чудесная погода. Дождь. Так и хочется. Куда не идти сегодня, да и завтра, пожалуй, тоже никуда не пойду. Вот, закрыть надо втроем, конечно, закрывать. Сейчас покажу спальню свою. Ну-ка, надеюсь, там никого нет. Ага. Отличная трехспальная кровать здесь. Тумба-юмба. Спортзал себе организовал для отжиманий. Такие штуки-дрюки. Виды из окна аналогичные видам с балкона. За окном апокалипсис. Все как я люблю. Кстати, угадайте, что это? И откуда это? Здесь у меня кухня. Наверное. Душ. Унитаз. Зеркало. Раковина. Стены, пол. Потолок есть. Три полотенца. Это для ушей, это для пяток, это, наверное, для носа. Специально на такой высоте сделал. Вот, так, ну, узнал размеры номера, что-то говорят, примерно 190 квадратов, ну, плюс-минус там. Где-то. Ну, все, сейчас буду завтракать. Живу я один. Надеюсь, счет за квартплату не придет. Такие вот пироги. Все. До новых встреч. Пока.